Я Кашкаров Айдар Амажолович, являюсь старшим преподавателем кафедры химии и биологии. Сегодняшняя тема рассматриваемой лекции по предмету эволюционного учения. Тема лекции называется «Изоляция как элементарный эволюционный фактор». Так, цель занятия, значит, дать понятие о эволюционной роли изоляции популяции и значении миграции в изменении генетической структуры популяции. Рассматриваемые сегодня, значит, вопросы на лекции формы изоляции и миграция, значит, миграция, значение миграции в изменении генетической структуры популяции. Во-первых, значит, начнем с понятия, что такое изоляция. Изоляция – это возникновение любых барьеров, ограничивающих паннексию. Значение изоляции в процессе эволюции сводится к нарушению свободного скрещивания, что ведет к увеличению и закреплению различий между популяциями и отдельными частями всего населения вида. Без такого закрепления эволюционных различий невозможна никакая форма образования. Нужно отметить, что в природе существует, значит, два вида изоляции – это пространственная и биологическая. Если коснуться пространственной изоляции, она, значит, объясняется тем, что она может протекать, значит, в разных формах. Это, если перечислить, значит, водные барьеры, разделяющие население сухопутных видов, барьеры суши, изолирующие население видов гидробионтов, возвышенности, значит, изолирующие равнинные популяции, а равнины, наоборот, значит, горные популяции. Итак, далее. Возникновение территориально-механической изоляции объясняется историей развития видов на определенных территориях. В настоящее время в связи с деятельностью человека в биосфере все чаще и чаще возникает подобная пространственная изоляция отдельных популяций внутри очень многих видов. Типичным примером стало возникновение в Евразии к началу 20 века разорванного ареала у соболя Martes zibellina, результат интенсивного, значит, промысла. Обычно возникновение подобного разорванного ареала служит опасным симптомом возможного исчезновения вида. Пространственная изоляция также может возникнуть внутри видов малоподвижных животных и растений, не разделенных заметными физико-географическими барьерами. К примеру, если взять, значит, соловья обыкновенного, населяющий многие районы Северного Казахстана, в настоящее время практически сплошь находит подходящие условия для гнездования как в необжитых человеком местах, так и в зарослях по обочинам дорог, в парках и даже скверах больших городов. При этом наблюдается четко выраженная клинальная изменчивость пения этих птиц по числу коленец, по тембру и другим особенностям. Существуют постепенные переходы от одной местности к другой. Клинальной изменчивостью принято называть количественное варьирование признака или комплекса признаков популяции в определенной географической последовательности, осуществляемое в конечном итоге действием естественного отбора в градиенте физико-географических условий. Возникновение такой клинальной изменчивости возможно только потому, что соловьи, несмотря на существование у них частых сезонных перелетов, обладают большим гнездовым консерватизмом, молодые возвращаются практически на то же место, где они вывелись. Рассмотрев пространственную изоляцию внутри вида, можно сделать заключение о существовании двух ее проявлений. Изоляции какими-либо барьерами между частями видового населения и изоляция, определяемая большей возможностью спаривания близко живущих особей, то есть изоляция расстояния. Далее мы рассмотрим, значит, что такое биологическая изоляция. Биологическая изоляция, она обеспечивает две группы механизмов, устраняющие скрещивание допопуляционные и изоляция при скрещивании, послекопуляционные. Первый механизм предотвращает потерю гамет, вторые связаны с потерей гамет и зигот. Если взять на примере, значит, это спаривание близких форм, которым препятствует различие во время половой активности и созревания половых продуктов. Известно, значит, существование яровых и озимых рас у миног и некоторых лососевых рыб, которые резко отличаются временем нереста. Таким образом, можно сделать заключение, что значение изоляции в процессе эволюции состоит в том, что она закрепляет и усиливает начальные стадии генотипической дифференцировки,
Также в том, что разделенные барьерами части популяции или вида неизбежно попадают под различное давление отбора. Теперь следующий вопрос. Нам нужно разобрать, что такое, значит, миграция. Ну, под миграцией мы понимаем перемещение организмов из одного места обитания в другое. В эволюционном плане миграция означает, во-первых, перемещение за пределами ареала материнской популяции, во-вторых, такое переселение, за которым следует либо обновление генофонда другой популяции в результате скрещивания мигрантов с ее особями, либо образование новой самостоятельной популяции. Эволюционное значение миграции заключается в изменении генетического состава тех популяций, в которые вливаются мигранты. Это изменение осуществляется такими процессами, как поток генов и интрогрессия генов. Поток генов – обмен генами между популяциями одного вида в результате свободного скрещивания их особей. Поток генов рассматривается в качестве важного источника генетической изменчивости популяции, поскольку при скрещивании особей разных популяций генотипы потомства будут отличаться от генотипов обеих родительских форм. Другими словами, поток генов – источник комбинативной изменчивости. Интрогрессия генов – это обмен генами между популяциями разных видов. Данный процесс протекает благодаря успешной межвидовой гибридизации. Это явление широко распространено у растений. Подытожив нашу лекцию, значит, можно сделать вывод о том, что значение миграции как фактор эволюции видно на примере принципа основателя, значит, сформулированного Майером, это, значит, американским биологом-эволюционистом. Этим термином автор охарактеризовал возникновение новой популяции от нескольких первоначальных основателей, которые несут лишь малую часть общей генетической изменчивости родительской информации.